Так, с музыкой из кабриолета и брендированными флагами сотрудники Freedom Finance поздравляли своих клиентов с днем рождения инвестиционной компании. Freedom Finance отмечает год с момента открытия подразделения в Сочи. Сегодня я уже уверенно могу сказать, что мы стали крепкой профессиональной командой. За год мы хорошо поработали, и я думаю, наши клиенты остались довольны. Их портфели в инвестиционной компании выросли у некоторых даже кратно. Freedom Finance – это и банк, и инвестиционная компания. Компания предлагает широкий спектр услуг. Это прежде всего доступ к торгам на ведущих мировых фондовых рынках, в том числе американском. Инвесткомпания также предоставляет брокерское обслуживание, услуги доверительного и консультационного управления. Одновременно предлагаются и уникальные банковские продукты, например, индексный, а также мультивалютные пластиковые карты, которые здесь выпускают в день обращения. Кстати, по ним клиенты могут получать кэшбэк в виде акций крупнейших компаний. У нас в этом направлении широкая продуктовая линейка. Это здесь и вклады, которые защищены СВ, это облигации, это индексный депозит. Максимально приложим усилия, чтобы каждый клиент чувствовал себя комфортно, уверенно и надежно. Ну и, естественно, ощущал, так сказать, существенный прирост от нашего совместного партнерства. Freedom Finance приглашает новых клиентов, которые на личном опыте смогут убедиться, капитал можно приумножать, а торговать акциями мировых компаний легче, чем кажется. Самое главное – выбрать правильного партнера. Офис Freedom Finance находится на улице Парковой, 2, возле здания городской администрации. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.